Бля, да заткнись нахуй музыка, бля. Короче, здорово всем, чуваки, с вами Бодренин. Продолжаем проходить. Последний, бля, опять горизонт, сука. Опять загрузка, четко. Горизонт уже заебал, просто заебал, блядь. Он так заебал, просто нереально заебал, просто конкретно нахуй. Короче, осталось пройти две основных миссии, и мы прошли игру. Бля, зашел в Steam, глянул DLC, то, что у меня какая-то другая машина есть, блядь. Какая-то снайперка была активна, я уже с ней бегал немного, потом ее убрал. Грузи, сука, быстрее. Блять, эта музыка просто, она просто раздражает. Блять, пиздец, честно. Это просто пиздец, ебать. Так, сейчас, подожди, блять. Ебать. Так. X. А, он починит. Plain and simple. Out. В смысле, как понять, покинуть зону операции? Только пришел я. Че, вы ебанулись, что ли? Так ко мне сюда идти не надо. Я вот сейчас отсюда ебану, отсюда. Так, и че от меня надо, нахуй? Покинуть зону операции, бля. Wow, this is practically a fortress. Блядь, за мной. Патрон-то я забыл купить, но... Вот они, ёбы, тут киборги, блядь. Киборги, блядь. That's the place. Better stay low. Thanks for reminding me of the obvious. Найти Дэвида. Где он? Чё, блядь, да хуя здесь? Нихуя себе ему въебало. А где остальные-то? А? А, вот, блядь, нихуя, этого не видно, но... Пять патронов. Да пусть у нас, в принципе, там эти есть. Так, там на главном входе пацан стоит. Сейчас подожди. Мы обычно поюзаем. А, блядь, нихуя. Куда он делся, нах? Куда он делся, блядь?
Где он? Так, заебись. Давай-ка просканируем. Кемпер, блядь. Не-не-не, братан, нихуя. Ты что, блядь, ебанутый, да? Нихуя себе, блядь. Гнида, блядь. Так, ну они, блядь, это самое... Разозлились. Ебать, сколько их, блядь. Давай, бля. Охуеть, блядь. Бля, их минометы вообще подпускать нельзя, нахуй. Бля, а, кстати, там минометы, я хуй знаю, по-моему, один только, да? Где я? Все я нахуй сюда залезу, ебать буду. Давай, давай, сейчас переиграем. Нихуя себе не одичели, блядь, ебаный. Вау, это практически фортресс. Да как сказать, блядь? Давай, бля, потихоньку, короче, сейчас, чтоб к миномету никто не подошел. Похуй вообще. Так, давай тогда. Покинуть зону операции. Они даже вот хуёво обозначили, блядь. That's the place. Better stay low. Thanks for reminding me of the obvious. Давай того снимем. Блять, его не видно. Съебался куда-то. Где ты, падла, блядь? Где он, нахуй? Пиздец, и что, я его не вижу, что ли?
Чё-то я не понял, а где? Ебать, а чё мне его не показывает? Вы чё, охуели что ли? Он вон он стоит, какого хуя вы его не показываете, бля? А, его, наверное, не видно, ладно, похуй. Спускайся нахуй, заебал. Бля, птичек забыл купить, а. Ну! Ёбаный идиот, бля. А, им похуй. Что заебись. Пойдем тогда с этой, с обычной стороны, с которой мы заходим. Понахуяриваем там еще всем, блядь. Так, подожди. И все, в принципе. Pick up the pace. We have a... Я пролагиваю, бля. Не сегодня. Я себе, блядь, вот это придар, ебать, ко мне пришел. Ладно, как я дойду до этого места, возобновлю. Ну чё, блядь, забег номер два, нахуй. Смотрим. Так, намечка сразу на тот цвет, нахуй. Так, и тут у нас сухарь был, который по мне ебашил. Давай поставлен бронебойные. Он из двух выстрелов убивает их. Вот он. Вот он бронебойный. Отлично. Блять, а где тут войти-то? Так, стоп. Сейчас дохуя пацанов будет. Если они жесткие, блядь. Ой-ой-ой-ой.
Keep looking. Это реально жестко, на. Что это было? Такс. Что я кинул-то, блядь? Нихуя вы жесткие пацаны защищали, блядь. Хм. Пацаны жесткие, блядь. Заебись. Вот эти вот, блядь, киберсолдаты вообще тяжело убиваются. Это вообще пиздец. Но все-таки убиваются, блядь. Пиздили отсюда, где я тут зашел? Через эту пробоину, бля. Пойдем. Все. Отлично. Так, Амази, хуязи, давай-ка тебе телепортируемся сюда. Блядь. Блядь, пиздец, помираю нахуй. Подождите, ебать. I took the liberty of pulling some intel on the facility you're about to storm. It's a Soviet-era uranium mine. Been abandoned since the early 90s. Do we know what to expect? Once you're inside, no clue. All things considered, though, I would expect heavy resistance. So what's the plan? If you put me on a ridge with a clear line of sight, I can cover your infill-exfill. Once they notice you're inside, they'll call for reinforcements. I can make sure their comms will be as dead as your social life. Was that a joke? Whoa, she does have a personality. I will shoot you both. John, you'll make your way inside. You know what to do from there. Find Flostov, subdue him, and bring Robert home. John, you know it's not going to be that easy. If Robert won't cooperate, you'll have to... I will bring Robert home, Frank. Roger that. All right. We all know what we're doing, John. It's your call. But I wouldn't wait with this one forever. Let's finish this as soon as possible. Keep comms open. I'll call when the time is right. Can't leave heavy water just sloshing around, right? Backup plan was centrifugal separators, but that wasn't a big success either. Too much scrambling around for not the right path. Frank here. Log. Блять, они меня заебали просто уже в доску нахуй. Так, это взять, это взять. Это. Так, X. Починить.
Так, здесь все нормально. Так, тут что? Что это? Калибр 12, ага. Ладно, хуй с ним, пусть мы... Так, это починить. Так, на винтовку как мне, блядь, патронов взять? Это... Ну, починить. Так. Какого хуя, ебать? А, мне что, кончились, типа, вы что, ебанутые? Давай купим. А, подожди, аптечка надо. Аптечки, блядь. Потому что ждет мочилова, нахуй. А, дымовые нахуй мне нужны. Нет, они мне не нужны, осколочные. Метательный нож у меня есть, я только сейчас узнал, но... Ладно. Only option is to take out Flostov and his lieutenants in a clean strike. Correct. Without 23 Society training and funding, the Separatists become squabbling little local warlords. With Davi gone, Separatists are already dividing up. And with Flostov gone, JSOC's mission is accomplished. Robert could still be a high-value asset. Let me... That's a no, from the highest level. You can't expect me to... That is a direct order from top command. Out. Блять, заебала эта игра нахуй. Все, последнее задание, да? Ну, жесткое, блять. Sum up. Your mission is to infiltrate the mining facility, where we hope. Так, 500 метров, нахуй. О, блядь, он далеко. Me and Raquel will move out first to scout the area. Maintain radio contact. The mining facility is split into two parts. Спустимся. The top and the bottom tunnels. Once you find a way to get underground, you're on your own. Добраться we'll try and cover your escape routes. Use all your skills, John. Look around and use the environment. I'll be overseeing you with the full support of JSOC real-time satellite imagery. The big boys have finally rolled out their expensive toys. All right, people. Let's finish this. Ты видел, что моя машина творит? I'm in position. Over. I'm ready to. John, while scouting, I've noticed a guy leaving the elevator and locking it with his keycard. You'll need to get this card for me to get a ride underground. This complicates things. Okay, okay, focus. The guy with the keycard has to be there somewhere. Look around for some kind of a leader. I'm on site. I can see the top of the mine. Good. Try to obtain this elevator keycard from their leader. There might be an alternative entrance somewhere. Make sure to look around. Найти лидера. Давай кемперов сначала поубиваем. Двести. Готов. Готов. Ой, бля, я бронемой не мышь, хуяры, ебать, чё это, варф? Ой, блядь, не дружу с головой.
нихуя их тут ебать. Блять, что ты, сука, сидишь, олень, блять. Дебилушка, блять. No sign of enemy movement. Take cover! Пизда мне, короче. Не совсем. Пошли нахуй, че. Пидорасы, блять. Сейчас я попробую тогда отсюда хуярить. Надо было сразу с этой вышки их долбить, блядь. Что я не подумал об этом. Бля, как он долго лезет, ебать. Они бы еще длиннее лестницу придумали, сука, аутисты ебаные. Нельзя дать им меня спалить, бля. Так, где еще? Бля, не вижу никого, секунду. Блять, сволочи, попрятались, блядь. А турки, сука, блядь. Бля, ну в принципе их немного, блядь. А нет, там еще кто-то был, блядь. Во, блядь, сука, какие, посмотри, блядь. Get down, get down now. I can't see him. А где они? Hey, cover! Бля, я не хочу вылезать туда. Ага. Блядь. Бля, хуй попадешь, блядь, по ним, ебаный в рот. Тварям, блядь. Вот, сука, ты посмотри, я постоянно перемещаюсь. Где? Где сволочи эти ебаные, блять, заебали нахуй. Что я, блядь, до утра что ли буду их искать, сука, чморишников, блядь. Раз, два. А, вот, все, вижу одного, сейчас убью.
Так, дальше смотрим. Допустим, да. Твою мать, блядь. Охуенно, блядь. Все? Кончились бразики, блядь. Я же чисто падлу играть в эту игру, нахуй. Давай, лети, сука, мохнач. Кто тут еще остался-то? Мы все патроны прохуячим. Кто, где? Кого он обнаружил? Правда, еще один, блядь. Где? Stay in cover. Короче, пошли пизду нахуй ждать, ебать. Сейчас так их поубиваем тупо, блядь, не? Не. Не поубиваем, нихуя мы их. Ладно, я когда-то на того места возобновлю. Так, лидера я нашел. Он находится вон там, блядь. Патронов у меня осталось весьма мало. А, подожди, а как же можно, как же... Как его чинить, блядь? Глушитель, как чинить? Бля, как глушитель чинить, сука? Ебать, хуй его знает. Ну чё он, блядь, он не будет выходить, я так понимаю, да? Да, ладно, хуй с ним. Пойдем туда внутрь. Ебать его рот, зайдем нахуй. Патронов нет, нихуя нет. Что мы будем делать, нахуй, хуй его знает. Надо идти, бля. Да спускайся ты быстрее, сука. Можешь просто спрыгнуть, это уже, блин, высоко, блядь. Ебаный, блядь, идиот. И одна пуля осталась. Хуёво, блядь. Ебать. Так, сколько их, много еще? Блять, здоровый, блять, ему надо ебашить. А чем я буду ебашить? У меня еще 5 патронов осталось. А, хуй с ним. Пойдем. Может, втихую получится пройти. Тише, ёпта. Бля, что у них за снайперки такие? Только дай-ка я одну спизжу у них.
Так, пока меня никто не видел. Так, патроны, 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 дайте. Сука, сволочи, блядь, дайте патронов, бля. Вот гадость, сука. Что делать без патронов? Это пиздец, блядь. Есть патроны, патроны, патроны. Нихуя нету, блядь. Да хоть взломаем, блядь, камеру, ёпта. Так, все, они нас не должны теперь видеть. Не дают его снайпу взять, прикинь. Кто? Какая крыса, блядь. Тебе и раз. Да. Это, блядь, это что-то с чем-то, честно, пиздец, пацаны. Это что-то с чем-то, блядь. Я хуй знаю, как с ними биться вообще, нахуй. Они то, что вообще охуели просто, эти пидорасы, киборги ебаные. Откуда я знал, что их еще двое, блядь? Все начинать сначала, естественно. Ладно, я возобновлю. Так, ну что, продолжаем. Блядство, ёбаное блядство. Ну ты да хуя может быть здесь, Эй, what's wrong? You okay? Ага. Мам, пусть они сюда заходят, я тут отстреляю на. Заходят, ебать, я посижу нахуй, мне похуй. Нихуя себе ушлый, блядь. Козлы, блядь, ты пиздец, они... Прям, блядь, зажимают. И шо, не будешь сюда заходить, не? Я подожду. Ха. Мне сыкотно. Так, гранату кинули, блядь. И толку, блядь. Так, где еще? А я хуй знаю, я хочу побыстрее пройти, поэтому у меня через жопу все.
Target lost, resuming patrol. И чё? Идет. Кто-то идет. Или уже не идет. Ха. Меня, блядь, всячески пытаются выкурить, блядь, но у них нихуя не получится. Что, блядь, через стену? Серьезно? Идите нахуй! Они. Я отказываюсь принимать меры нахуй в этой игре, ебать. Это просто пиздец, я тебе честно говорю. Он через стены хуярят, ебать. Ну, комикс. Да. Так, ну чё, блядь? Чё, блядь? Куда ты, блядь, собрался, пидор? Бля, надеюсь, я всех ебанул. По-моему, Джаггер должен где-то оставаться. Давай посмотрим. Хуй наны, там еще кто-то есть. А чтоб здесь никого не было, да? Так, я думаю, это простенький, конечно. Бля, ну будем надеяться на чудо, блядь. Бля, подожди, настройки, нахуй. А как починить этот прицел, ёбаный, блядь? Прыжок, выбор личное оружие. Дополнительное 2. Отмена, подобрать, нейтрализовать дневник, беспилотник, режим разведки, поднять прицел, двигаться, ночное ускорение. Хуй, нигде не написано, заебись. Что это такое, канистра? А где этот вход-то? А, там. Да хуй нахуй мне секретный, я через парадную зайду вообще. Похуй. Серьезный перец остался, ебать. Все, вам поза очищен, один патрон остался, совсем хуй теперь на харде, ебать, без ничего. Ничего нету, нахуй. Как тут зайти-то в этот ебаный, блядь? Тихо, блядь. Пульт на меня сможешь, иди нахуй. Все, пизда. Тут ничего нету. Ну чё, чуваки, теперь настало время умирать 156 раз. What the hell? Overvoltage. At least one of the generators exploded. This whole makeshift installation is falling apart. That explosion disabled the reactor cooling system. You're sitting on a fucking time bomb. How much time? Minutes? Hours? No idea. Jesus! Oh fuck! Start talking. Нихуя, их тут немало, бля. Hand, they say.
Дэнни! Во-во-во-во, полегче, блядь. Жена, какая-то специализация, стой, блядь. Не качается. Я тебя что, отпускал, что ли, нахуй? Обыскотила. Да чё этого завалил? Да я хули, он под пули лезет, чмо ебаная, блядь. По делам ему. Кто палит? Кто меня палил-то? Я ничего не заходил сюда. А тут что? Вот тут все падает нахуй. Работает, да? Или все-таки работает? Reactor is unstable. It's reaching the meltdown point. I need to shut it down. All right. This is now your priority objective. Robert and Sergey will have to wait. I'm going in to support John. Negative. This is too dangerous. Try to stop me. I said no. Warning. Reactor temperature critical. Ёб твою мать, чё я сейчас? Danger. Turret defense system activated. Ой, бля, чё я тут, я пизделю сейчас нахуй. Warning. Order shutdown attempt failed. Attention. Begin the engineering staff evacuation. Warning. Ой, там пулемет стоит, нихуя себе, это нечестно, блядь. Че вы, охуели, что ли, ебано? Пидорисы, блядь. Пулеметов каких-то понаставили, ебать. Мало того, что эти пидорасы железные не хотят умирать, они еще и пулеметов железных понаставили, сволочи. Че, опять заново, ебать, когда иду за нулем? Warning. Reactor temperature critical. Danger. Turret defense system activated. I'm waiting for you, brother. I'm sure you know where to find me. Warning. Automatic shutdown attempt failed. Поломалось, серьезно. Attention. Begin the engineering staff evacuation. Убери, убери, убери. Warning. Automatic shutdown attempt failed. Взорвись нахуй. Warning. Reactor temperature critical. Другое дело. Warning. Automatic shutdown attempt failed. Нечестно, блядь. Warning. Reactor temperature critical. Ты охуели, что ли, нахуй? Warning. Automatic shutdown attempt failed. Блядь, сюда не зайти, да? Warning. Reactor temperature critical.
Warning. Automatic shutdown. Failed. Ой. Warning. Reactor temperature. Warning. Automatic shutdown. А эта хуйня сдохла? Ну-ка. Warning. Reactor temperature critical. Надо вштыриться, да? Warning. Automatic shutdown attempt failed. Danger. Reactor radiation level critical. Вроде работает. Warning. Reactor temperature critical. Ну, говно, а? John. I'll be there in a minute. Don't do anything rash. John? Do you not hear the alarms, Robert? The reactor is going critical. Then shut it down. I can't. The only way to prevent the meltdown now is going in there. And that's suicide. I'm not leaving until I finish this. Finish what? The reactor is minutes away from filling this entire mine with lethal amounts of radiation. It's All already finished. All the more reason for him to join us. I couldn't Damn help it. But notice that you were talking about me. It's not too late, John. You can still join us. Will you listen to yourself? The 23 Society are terrorists. They fight for a better world. God damn it, Rob. They're using you. Haven't you ever wondered what happened to Mila? He's trying to manipulate you, Robert. They killed her, Rob. The 23 Society wanted to break you, to tear you down to nothing, and reshape you in their image. Mila died of radiation poisoning. After that drone fiasco in the Congo, we tried to save her. She died in your arms. There's never Robert. Been a U.S. drone strike in Congo. Vlasov kidnapped and poisoned her himself. All this is just to break you. He calls such an event the Pillar. I can prove it, Rob. Sergei? He's trying to manipulate you. Robert North is dead. Is it true? You are Armazi of the 23 Society, and is it true? Yes. The death was a necessary evil. We had to free you from your old life, Robert. They took her from me. They took everything from me. Rob, we need to go. I can't. I can't. It's too late anyway. Then let's at least die trying to escape. You're right. Okay. You're right. Okay, let's go. I'm sorry, John. Say hi to Mom for me. Rob! John, are you all right? Rob! Поебальник удали, ёбки, что со мной? He'll die! He's already dead. I'm sorry, but it's true. I'm so sorry. Rob! Should be safe. А я думал, я убивать его буду. John. Come on, John. It's time to leave. Ой, бля. Давайте вы сами уйдете, я не буду управлять, а то я уже устал. И все. А, нет. Вот этот концов тупая, пиздец. Конченая. You did well, Mr. North. It was a privilege to walk alongside you. What will you do now? I'm going to find them all. The society. I'm going to find them and make them pay. Ну и чё? Его получил достижение, финальный этап. Ну чё, чуваки? Бля. Сука, блядь, аж голова трещит, ебать, блин, нахуй. Короче, что я могу по этой игре сказать? Эта игра хуета. Да, да, да. Она хуже первой и второй части. В 100 раз. Она мерзкая, она скучная. Она монотонная. Она конченая, в конце концов. Финал вообще конченый, недостойный вообще. Как будто финал делали 20 минут от силы. Да какой 20, даже там 5 минут. Короче, игра говно, мне не понравилось. И, пацаны, кто не хочет время терять зазря, просто не скачивайте ее даже с РПГ. Первая и вторая часть в 100 раз лучше, блядь. И еще вот то, что давит на основное уныние,
отсутствие русской озвучки. Спустя 2 года русскую озвучку до сих пор не ввели. Это говно. Игра говно. Озвучка говно. Потому что английская. Постоянно повторяются эти одни и те же слова. Бессмысленные диалоги этой бабы с этим персонажем главного героя, снайпером. В общем, у меня все, в принципе, чуваки. По мнению этой игры, следующая игра будет у нас Far Cry 3. Вот. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Ну, может быть, из DLC какие-то будут там миссии. Ну, DLC-шные я пройду, если что, завтра. Сегодня все. Всего доброго.